Восковник обыкновенный. В народе его называют пахучка сухоягодная, ягодный вереск и болотная мирта. Растение цветет весной до появления листьев. Встречается в северной и западной полосах европейской части России. Растет на болотах, болотистых лугах, в заболоченных лесах. Применяемая часть – листья. Время сбора – июнь-август. Химический состав. Все полезные вещества растения сосредоточены в его листьях. Содержит эфирные масла, флавоноиды, кумарины, жирные кислоты, парафины, фенолкарбоновые соединения. В составе листьев также присутствуют смолы и дубильные вещества. Растение способно повышать опьяняющее воздействие хмельных напитков на организм человека. Применение. Листья обладают мочегонным, кровоочистительным, вяжущим, антисептическим, снотворным, противоглистным и инсектицидным действием. Также это растение обладает свойством рассасывать густую мокроту при воспалении дыхательных путей. Водный настой листьев применяют в небольших дозах против глистов, также при бессоннице, поносе, кашле и различных кожных сыпях. Измельченные листья, смешанные с растопленным свиным салом или сливочным маслом, употребляют при чесотке и других кожных поражениях. Отваром листьев моют голову при гнидах и вшах. Внутреннее применение восковника требует осторожности. Большие его дозы вызывают опьянение и головную боль. Способ применения. Одну чайную ложку сухих листьев восковника настаивают полчаса в одном стакане кипятка, затем процеживают, принимают по одной столовой ложке 3 раза в день.